Киевчанки стали реже делать аборты. Такие данные озвучили врачи. Например, в гинекологии 3-го центра первичной медико-санитарной помощи за 6 месяцев нынешнего года провели 150 таких операций. За такой же период прошлого года их было почти в 2 раза больше. Медики отмечают, женщины стали сознательно относиться к этому вопросу и научились предохраняться от нежелательной беременности. Тем, у кого нет денег на контрацептивы, их готовы бесплатно предоставить в женских консультациях города.